Всем привет! Меня зовут Елена, и сегодняшняя наша тема – это слоны. Говорят, что не боятся мышей. Так ли это? Впервые об этом говорил римский философ Плиний Старший в своей «Естественной истории» еще в 77 году нашей эры. Он писал о том, что слоны более других животных боятся мышей и крыс. Но правда ли это? Дело в том, что слоны боятся не мышей, а шороха, который они могут производить. Дело в том, что обычно крупные хищники, вроде львов, леопардов или тигров, шуршат, когда они подкрадываются к слонятам во время охоты. Поэтому подобные звуки служат сигналом об опасности. Эксперименты, которые ученые ставили над слонами, показали. Животные поначалу нервно реагируют на шум, но затем, обнаружив источник звуков, быстро успокаиваются. Обычно все, что делает резкие движения, например, бежит или катится, слону не нравится. И это не обязательно должны быть мыши. Собаки, кошки, змеи, любые другие животные – тоже могут напугать слонов и заставить ее беспокоиться. Мышь, она не представляет угрозы для слона. Даже если она вдруг заберется ему в хобот, слон без труда выкинет ее оттуда одним сильным взмахом. О том, что слоны не боятся мышей, также говорят результаты другого эксперимента, проведенного цирком братьев Ринлинг в 2006 году. Слоновый тренер показал своим слонам, сидящих у него на руках, мышей. Но, по его словам, слоны в тот момент выглядели скучающими. И казалось, что ни одного из них это не заботит. Их мыши не взволновали. Таким образом, слоны не боятся мышей. Но вполне могут быть сбиты с толку их быстрыми движениями. Однако подобная реакция свойственна и большинству других диких животных, а не только слонам, утверждает плотник.